Обратите внимание, идем репортаж с Музея-драматического театра. Обратите внимание, да? Какой здесь стоит рыцарь. Вот сундуки, наряды для каких-то выступлений. Да. Обратите внимание, то, что у нас такие костюмы старые, перчатки замшевые, 20 века. Шляпа дам, культура замши натуральная. Шляпа дам, что есть еще даже кузина, страусиное пюре. Такие интересные туфли. Это все было сделано для представления. А самый уникальный экспонат, это вот здесь вот. Вот это вот облачение царя. Но его плохо видно. Театральный костюм к историческим постановкам театра драмы изготовлен в 30-е годы. Изготовлен из настоящих церковных лиц, переданных театру советской властью. Видите, да? Какие красивые наряды. Прямо видно, что дорогие ткани.